Между тем, программу переселения завершили в поселке Зырянка Верхнеколымского района. 28 семей получили ключи от новых квартир в новом доме. В подъездах и на каждом крыльце установлены датчики движения. Каждая квартира снабжена не только полным комплектом сантехники, счетчиками холодной и горячей воды, электроплитой, но и противопожарным оборудованием. Радует новоселов и температурный режим в их новом жилье. Эмоциях, на радостях, как говорится, да? Ага, мы очень долго ждали этого дня. Это кочевая семья Сутаи. Мы получили сегодня ключи. Спасибо большое. Люди нас не ожидали. Вообще не ожидали. Мы не ожидали. Мы после 17 года ждали.